День Победы прошел, но вопросы весеннего благоустройства городов и сел продолжают оставаться в числе важнейших задач. С этого посыла губернатора Сергея Морозова началось еженедельное аппаратное совещание. Губернатор подверг критике некоторые муниципалитеты в части предпраздничного украшения веренных территорий. Люди, которые возглавляют районные администрации в Ульяновске, все достаточно немолодые, опытные. Если приходится смотреть о том, что они не обращают, видеть о том, что они не обращают внимания на такое вот праздничное оформление, на формирование чувства гордости своей страны, не понимают о том, что очень важно разместить, заказать сначала было, а потом разместить как можно больше баннеров с фотографиями героев, которые спасли нас всех от этой фашистской чумы, то, знаете, наверное, остальное бесполезно вообще делать с ними. Следом глава региона напомнил о проекте, сделанном в Ульяновской области. На ярмарках и в торговых сетях представлено множество продуктов, изготовленных в 73-м регионе, но афишируются они мало. Губернатор объявил возвращение к практике проведения дней муниципальных образований. В ходе них каждый район области сможет презентовать свою продукцию, что поможет приобрести новых клиентов и заключить взаимовыгодные соглашения. Напомнил Сергей Морозов и об изменениях, которые также ждут в части экономики. В области разрабатываются региональные бюджетные правила. Они помогут более грамотно заботиться о казне, как областной, так и в каждом муниципальном образовании. Хватит жить расточительно, неэффективно, неэкономно. А то такое ощущение, что, значит, в прошлом году быстрыми темпами наращивали, так сказать, объем производства, и все вдруг забыли, так сказать, о бюджетном процессе. Все только каждый месяц, каждый год, так сказать, там приходили так, с заявками. Давайте, давайте увеличивать, увеличить, увеличить. Нет, сначала давайте наведем порядок. Поделился губернатор своими впечатлениями от субботней встречи с садоводами. В ближайшее время будет создан стандарт садового товарищества, а за каждым СНТ закрепят должностное лицо, ответственное за решение проблем дачников. Привлек губернатор внимание к организации культуры досуга в товариществах. Вопрос этот очень важный, ведь садоводство все больше и больше становится перспективной отраслью развития народного хозяйства. От вопросов садоводческих перешли к подготовке к отопительному сезону. Здесь глава области выступил с резкой критикой некоторых руководителей муниципальных образований за прошедшие поставки тепла в дома ульяновцев. А муниципалитеты набрали почти 290 с лишним миллионов рублей долгов. Понаписали, так сказать, там, прошу прощения, фильтрных грамот в виде так называемых соглашений. Ни один из них не выполняется, правительством не контролируется. Нам уже нужно практически выезжать, готовиться уже, но выезжать точно для подготовки к защите лимитов по газу. Кто? Кто с какими документами нас примет, вот с такими задолженностями? Губернатор дал поручение председателю правительства Александру Смекалину создать рабочую группу, которая будет разбираться с вопросами долгов муниципалитетов и подготовка к новому отопительному сезону. Особое внимание губернатор призвал уделять выделяемым финансовым средствам из федерального центра. К федеральным средствам очень внимательно отнеситесь. Очень внимательно, чтобы не получилось так, что мы потом деньги будем возвращать. Уйдут туда деньги, оттуда уже их ни при каких обстоятельствах не вернешь. В завершение аппаратного совещания руководитель Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Михаил Семенкин доложил о прохождении весенних полевых работ. Все районы уже приступили к севу яровых культур. Нами были определены на сегодняшний день лидеры темпа сева, который по итогам, скажем так, по 4 мая является на сегодняшний день Ульяновский район. У него темп сева на сегодняшний день, скажем так, составляет 24,2%. На втором месте у нас Новоспасский район. Процент увеличения 23,7%. На третьем месте у нас Сенгилеевский район. Не забудьте о простых тружениках. Механизаторам уже вручают кубки и почетные грамоты за трудовые достижения. А на этой неделе начнется передача районам переходящего знамени за лучшие темпы весеннего сева. Егор Цтов, Даниил Сурков, новости дня, Ульяновская правда.